Детское кресло – вещь, знакомая всем мамам и папам. Уже более 3 лет в России действует закон, по которому перевозить детей до 12 лет можно только при помощи специальных удерживающих устройств. Их выбор зависит от возраста, роста и веса ребенка. Если он совсем маленький, то применяется автолюлька. Дети дошкольного возраста обычно перевозятся в автокресле, а в более старшем возрасте используют бустер или адаптер. Взрослым также следует обратить внимание на правильное нахождение ремня безопасности на теле несовершеннолетнего. Правильно это через плечо, грудь и бедро. Ни в коем случае, чтобы ремень безопасности не проходил через шею. Обычно детей перевозят на заднем сидении, однако закон не запрещает устанавливать удерживающие устройства и на переднее. Правда, в этом случае риск увеличивается. На переднем пассажирском сидении допускается применение автокресла, но в данном случае обязательно нужно отключить подушку безопасности, потому что в случае факта дорожно-транспортного происшествия ребенок получит травмы. Ни в коем случае нельзя перевозить ребенка на коленях или не пристегнутом. В этом случае даже легкое торможение может обернуться синяком. Несмотря на это, родители нередко пренебрегают безопасностью. С начала года на территории Рязанской области было зарегистрировано 23 ДТП. 3 ребенка погибли, еще 22 получили травмы. Примечательно, что в 17 случаях дети были пассажирами. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды, в ходе которых напоминают рязанцам, что ценой за халатное отношение может стать жизнь ребенка. Административный штраф за данное нарушение предусматривает сумму в размере 3000 рублей. В ходе рейда было выявлено 19 нарушений. Примечательно, что сумма штрафа равна стоимости самого простого детского кресла. И лучше потратить деньги сразу и быть уверенным в безопасности ребенка, чем после того, как с вами случилась беда.